Владимир Тушинский, российский серийный убийца, насильник и педофил, в период с сентября 2010 по февраль 2014 года убил 5 девочек и девушек в возрасте от 11 до 22 лет на территории Камчатского края, а также систематически насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Камчатский Чикатило был задержан в ночь на 17 февраля 2014 года. 19 февраля 2016 года Тушинский был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 5 августа 2016 года умер от внезапной остановки сердца без признаков насильственной смерти. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи!